С вами Сергей Симонов. И вы на канале Добра и Позитива. С вами Юлик и Руслан. И сегодня мы смотрим шиперские клипы русских. Какие, блядь, иди нахуй. Короче, вот, мы сегодня будем смотреть ролики в приложении TikTok. Это очень весело. Мюзикл или квай. Да, это... This is my voice 2 days in Russia. This is my voice 1 week in Russia. Пошел ты нахуй, сука, блядь! Бля, у меня так было, где там классика, но мне нервный тик. Так вот дергало. Ну, женщина с челкой в 2018 году. А ты знаешь все эти песни, да, уже? Я и людей всех этих почти не знаю. Вот эта девочка всякие пранки снимает, ну, типа, над другими тиктокерами. Официально ТикТоком пользуются бомжи, цыгане какие-то. Ну, видимо, да. Я просто особо не сидел в этих приложухах, я не понимаю. Типа, мне Юрик объяснял, что вот в Квай, допустим, там обнаженки много, по-моему. Очень. Что-то еще какое-то. В Лайке дети. Вот, в Лайке дети, лайки, а тут скучно. Потому что цыгане, бомжи, а прокаженные люди. Не, здесь типа... Сейчас он будет возвращаться. И для того, чтобы он понял, что мы сейчас с ним будем играть и плавать. Так. А зачем Эльдар создал ТикТок? И у меня тоже есть ТикТок. Я недавно в Твиттере увидел, короче, гнойный создал ТикТок и снимал того скетчи, блядь. Привет, ребят. Ну чё, у вас настроение, как дела? Бля, мне предлагали как-то рекламировать то ли Лайк, то ли ТикТок за 400 тысяч. Я такой, типа, надо создавать свой профиль, типа, и без хейта я такой не буду. Да хуя! Блять, Эльдар, какого хуя? Ты был мне братом, я любил тебя! Погоди, а ты включи! Тупы! Что эти мрази себе позволяют? Пиздец! Вот это мразь просто максимально, в самолете с ним мразь! Вот это мразь, блям! Чё? Не, Эльдар, пизду, все, Эльдар, блять. Прошла любовь, завяли помидоры, блять, все. Это что, актеры сериала «Школа» спустя 5 лет? Типа? Нет, это актеры сериала «Ранетки». Это те самые девочки, просто они изменились. А, да? Да, видишь, одна лысая. Ну, это рыжая была. Последний чувил про «Ранеток», я просто сижу с моей ролики на ютубе, мне выдается вот этой рыжий видос, типа, я ослепла на один глаз. Да, я такой, блин, что за хуйня? Ой, это крутой чувак. Что, отец Айтипедии кто это? Ну, это Шилы из Кровостока. Брат. Очень похож, очень похож. Но он Кровостока делает прикольные закосы на GTA 4. Потанцуй со мной в диком танце, подразни меня, засранца, дикий танец, зашиганет. Бля, эта же хуйня была не актуальна еще когда мы в школе учились, эта песня, по-моему. Че, серьезно? Ну, это очень старая песня, помню, в классе, ну, в 10-м, блядь. Вот видишь, ее, она уже баяном считалась. Что-то не меняется. Типа, да, их просто как-то ускоряют, миксуют и типа... Эй, кислый зануда, дай 5. Нет, глупостями не занимаюсь. Пришли пятерочку. И не проси. Пришли пятерочку. Нет. Шлепни лапкой. На радость папке. Не выйдет. Давай, хоть разочек шлепни. Благодарю, я обойдусь. Сделай вот так, но своей рукой. Бля, поебал, у тебя шлепнуть надо, нахуй. Типа посуду мой. Типа посуду мой. Ну, типа, бля, видно, что какая-то взрослая баба. А вот я порой видел, ну, типа, вот какие-то у тебя видосы, где-то там тетки 30 лет, они типа, это вот все делают. Ну, веселец. А ТикТок же, я понимаю, до сих пор не монетизируется особо. То есть платят блогерам за рекламу ТикТока, а вот этим вот чувакам, которые снимают там, они вообще не монетизируются. Они не монетизируются, но сам ТикТок монетизируется. Боль, пау, рок-н-ролл, твой парень, балабол, стробоскоп и танцпол, ты рыдаешь, baby, no, слезы смыли мейкап, стерты ноги в мармелад, дискотека Don't Stop, синтезатора закат. То есть стримерша Аляша была? Да. До изнасилования, видимо. Харио! О нет, это же... Пидор. Ха-ха-ха.
хуйня. Что это? Че вообще происходит? Очень много информации, типа. То есть за минуту можно роликов 5 посмотреть, я просто... Чувак, больше. Не успеваю фильтровать. Минимум 6. Блядь, у меня же сопля вылетела. Все, это мозг вытекает. Блядь. Так только первую неделю, потом нормально. Блять. Ну давай, покажи мне страсть. Раз, два, три, четыре. Это парень или девушка? Это девушка. Это стрёмная девушка. Не-не-не, это Стэн Смит. Это мужик? Это Стэн Смит. Ну типа ты что, американского папашу не смотрел? Нет. Очень похож. А, с подбородком? Да. По-моему, это не принцесса Фиона, это Мулан. Бля, я думал, бурятский язык немного иначе звучит, на самом деле. Когда-то мы, друзья, якуты пошли за рыбой кормить пингвинов, а ты остался. Они вместо учебы сейчас с манекеном ТикТоки записывают, а потом, когда... Потом к ним бабку с этой понизут, да, с каким-то лимфомой. Я не знаю, как ее лечить, давайте, бля, ТикТок запишем. Вот такая хуйня просто. А почему-то инструкция доширака на языке, я просто не понимаю. Это какой-то создатель, это Хидео Коджима? Да. Коджима гений! Коджима сделал игру про человека, который идет вперед! Господа арестанты, если вам по душе такой формат, то поддержите его лайком. 100 тысяч лайков, сразу выходит вторая часть. Всем чиферочек, сладость, розы гибнут на газоне, пацаны на красной зоне. Продолжаем смотреть и наслаждаемся. Ауе! Твое сердце замирает на 2000 лет. И если снова мы вместе, то я хочу встречать рассвет под звуки техно и рэва. Зовешь меня куда-то вдаль. Бля, вот эти песни про шмотки и стагнацию бесконечную. А вот эта игра в монеточку никогда не понимал. Это хуйню. Тупость, да. Конечно, мы разойтись в таком случае. Люби меня, как розу воду, а я тебя, как вор свободу. Чё, блять, я... Люби меня, бля, как розы воду, ну, типа, они а же... я тебя, как вор ну, свободу. Ну, типа, они вот эту уешную хуйню двигают, но при этом они сидят в ТикТоке, блять. Типа, они же друшлаки все дырявые, блять. Это парень или девушка? Это, да, тебя ебят. Какая разница, если... Да раз. На живот перевернуть. Чё, блять? Ladies and gentlemen, will you have some tea with me? Will you? Бля, да Лем педофил, брат, видно же. А я думаю, чем приятный удар профиль, брат, братан не забит. По-любому тоже, знаешь, он типа срал этих детей там у страйки, а потом он заходит сам, типа, давай ему шоколад, типа, давай в два экрана, вот типа. Только надо там, бля, попочки поделать, типа, а я видео выложу, тем лайки пойдут, популярность. А, кстати, а ты откуда, с Гомеля, с Минска, там, ехать? Порог вхождения есть. Да, большой. Вот у меня порог вхождения, вот пока вот здесь, а надо вот прям вот туда вот. Это сложнее, чем антихай. Гейб, блядь, Ньюэлл, который Half-Life-то сделал. Точно, бля. Может, это его сын. И, ой, это есть дочка. Вот над ним поугарайте. Здравствуйте, скажите, а вот, чтобы были у меня такие банки, мне что нужно сделать? Съебаться тебе нужно. Ну, пидораску дырявый, блядь. Хуйня, блядь, твои руки, нахуй. Че твои руки тебе на улице дадут, блядь? Вообще, да, у меня, блядь, шило, нахуй, в этом, нахуй, в пальто, блядь. Пистолет в портфеле. Тип-топ, тип-топ, тип-тип-тип-топ. Мы ударцы и молодцы. И ясно всем, что нет проблем. Тип-топ, тип-топ, тип-тип-тип-топ. Тип-тип-тип-топ. Блядь. И молодцы. Ебать, в этаже охуенно сидаки же ролик вставлял. Типа, бля, людям еще за это даже не платят. Нахуя они вообще это делают? Ну, ради славы, популярности. Вот если я мог сделать так, чтобы меня вообще не узнавали, я бы так сделал. Ты бы сделал так? Чтобы тебя вообще не узнавали. Ни на улицах нигде, ни в аэропорту. Там. Полностью нет. Вообще. Я бы, конечно, снизил раза в два узнаваемость. Я бы еще меньше. Но... Прям до минимума. Чтоб учить. Ёрш, пиздец, колючий. Я как паровозик, Томас, иди нахуй, хуесос.
это мальчик? Это мальчик, это мальчик. На нем тестировали, знаешь, блять, хот-доги. Корм для попугаев, типа, не знаю, что они разноцветные. Да нет, на нем. Трансжиры тестировали, обилие сахара. Не, как будто, знаешь, новая модель степлера вышла, и, короче, на его лице тестировали, я не знаю. Бил ебучий. Ёрш пиздец колючий. Блять, самая конченая хуйня, когда вот этих видосов, когда вилы, они животных дергают вот так, вот подойти к тебе нахуй и просто молотком по голове тебя разъебать, блять. I love this song. I'm gonna do the part. Don't do it. I gotta do the scream. I'm gonna do the scream. Yeah! Чё смешного? Yeah. Я не шарю просто вот все вот эти видео, yeah. Типа, то есть... Это кого, детей вот это вот веселит, они сидят в этой хуйне? Чувак, ты просто старый. Ты просто не выкупаешь. Убить бандита очень сложно. Забыть бандита невозможно. Но быть бандитом — это честь. Ведь не у каждой девушки он есть. В таком случае, люби меня, как роза воду. А я тебя. Блять! То есть он ее затроллил, типа? Ебать, вот этот чувак, я просто... То есть, погоди, я не выкупал. Они снимали, типа, коллаб, он ее затроллил? Не, смотри, она снимает видос, и потом на него любой человек может коллаб снять. Блять, он мипа из доты показал. Так забавно видеть. Блять, просто чувак вот это вот, блять. Таких много, на самом деле, тут. Люби меня, как роза воду. Вот это охуенно. Да, мы просто прям сейчас снимаем. А что, там уже все выставлено? Можно, нужно выезжать? Мармеладка, буду наказывать. Чего? Чего вот это? Я не знаю. Girls need love too. На прибежку можно ебануть. Детка, ты любишь рваные джинсы. Очень рваные джинсы. Тупая хуйня. Ну говно, блядь. Я так... Ну оскорби еще. Ну хуйня. А можно ебаная. Еще пару красивых слов? Омерзительно. Спасибо. Здоровье. Не, я такое лицо называю типа come face. Типа лицо, на которое только кончить хочется. Ты читаешь Библию, а я Коран. Ты слушаешь святыню, а я азан. Ты читаешь молитвы, а я намаз. Какая разница? Open up the safe, bitches got a lot to say. Pussy in your face, had to put you in your place. Seven letters on the plate, fuck you when I break. Бля, какая тупая хуйня, ладно, в пизду, короче. Замечательное приложение. Вот никогда такого да, не было. Да, переходите на мой канал, вот здесь будет плейлист с тиктоками на моем канале. Они без Руслана, но их тоже можно посмотреть, если вам нравятся такие форматы. Подписывайтесь на мой канал. Заебал пиздить. Ладно. На моем канале мы смотрим с Русланом фанфики и сосемся все. В смысле, нет такого? Переходите, смотрите. Никогда такого не будет. Вот, поэтому подписывайтесь на канал Юлика, на мой канал. Собираем 100 тысяч лайков, выйдет новое видео. Новое может видео быть, может быть. Полчасовое. Новое видео. Полчасовой, как это, вебкам на ТикТок. Вот, спасибо, до свидания.